Ну что, друзья, привет! Сегодня у нас интересный тест 31-го Нива с двумя самоблоками. И Дмитрий Нива с одним самоблоком. У тебя чей самоблок, не помнишь? Вал Рейсинг. Вал Рейсинг. Заезжаем на горочку. Грунт, песок с глиной. Будет интересно. Все. Первая пониженная, полностью заблокированный. И поднимаемся в горку. Да, получилось, тоже на пике заехал. Мы сейчас попробуем немножко сместиться и разгона делать поменьше. Именно посмотреть работу полного привода. Дмитрий развернулся. Как и говорил, по другой немножко траектории. Тяжело, конечно, но выезжает. Жаль, что у нас сегодня нет обычной Нивы без самоблоков. Было бы интересно посмотреть. Так, вот встали. Ну что, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой! Пап уже. Первая понежная заблокированный. Вот, 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 видите? Про что я вам и говорил. То есть меньше разгона, и автомобиль уже не заезжает. Большим разгоном. Вот, видите, всего лишь метр, а как решить? Вот здесь вот начинаем буксовать. О! Все, спасибо. Так, ну что, на улице дождь, возможно, у нас найдем грязь какую-нибудь. Смотрите, какой интересный вариант. Дефлектор на капот, который ставится, ставится брызги. Форсунки, верные форсунки ставятся и на стекло брызгает. Очень интересно. То есть получается выше и брызгает интереснее. Так что возьмите на заметку. Ладно, приехал у нас бронированный автомобиль с большим разгоном. На больших колесах пока не получается. Ну, во-первых, он тяжелее. Как я вам сказал, что грунт здесь очень интересный, много песка, глины и крутой подъем. На камере это не передается. И не хватает двигателя. Сейчас мы поинтересуемся. Итак, ребята, дифференциалы установлены свободные, блокировок нету. Заехал? Заехал. То есть разгон примерно... метра два с половиной получилось, он взял больше и заехал. Отлично. Едем на другую локацию. Штатив положил, будет греметь от камеры. Так, ну давайте пока едем, покажу вам оборота. Едем спокойно. Третья передача,
скорость 40 км в час, где-то 1800 оборотов. Сейчас вам покажу, как удобно или неудобно сидеть в Ниве. Мой рост 182. Между прочим, Дмитрий в Ниву поставил себе в разрыв стеклоомывающего бачка релюшку. То есть у него вот так вот нажал, и через 3 секунды он начинает чистить. Надо будет поинтересоваться и тоже так сделать. Ладно, смотрите, 1,82 м. Вот я сижу, как мне нужно, удобно. То есть рукой я дотягиваюсь до рычага КПП. Видите? В принципе, мне хватает. Вот, смотрите, на 4-й передаче еду. Где-то 42 км в час. 1500 оборотов. Вот так примерно выглядит панель. У нас ноябрь, все так, знаете, дождливо, прохладненько. Дороги влажные. Вот. Сейчас приедем в другую компанию, другую локацию. Ребята там собираются. Посмотрим, как обстоят дела у нас там. В среднем еду на 4-й передаче по полевой дороге около 60 км в час. Плавно газ поддаешь, и она разгоняется. Вот такой двигатель, сочетание с коробкой. Можно катиться на 4-й передаче. Выехали на асфальт. 5-я передача. 90 км в час. Около 3000 оборотов. Вот смотрите, иду на обгон. На 5-й передаче газ чуть-чуть нажал. 103 тысячи оборотов. 5-я передача. Третья передача. Газ в пол. Газ в пол. 4000 оборотов. 80. Переключился на 4-ю. Газ в пол. Три с половиной. Будет на 4000 оборотов. Переключился на 5-ю передачу. Но здесь уже газ в пол не поедешь. Мы едем в колонию. Хочу сказать им, что Нива в городе себя, в принципе, уверенно чувствует. Ездишь на ней спокойно. Спокойно, если, знаете, у вас установлена электронная педаль. Если взять автомобиль чуть постарше, где педалью газа очень сложно регулировать подачу топлива, на ней немножко сложновато. Но с электронной педалью, давайте возьмем вот свежие года автомобилей, вполне комфортно и удобно ездить в городском режиме. Конечно, удобнее ездить на автомате, но пока Нива у нас с автоматом, к сожалению, не делают. А так было бы интересно.